Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на канал Rescue Animals. В захватывающем видео, вы увидите двух собачек, которые очень тесно связаны друг с другом, их души сплетены вместе. Это было рассказано в видео их ангелом-хранителем приемной мамой. Женщина говорит «Я увидела, как они сгорбились в углу приюта, держась друг за друга. Они выглядели такими испуганными и разбитыми, что мое сердце жалось от сострадания к ним. Продолжая, женщина говорит, что их жестокий владелец выкинул их в приюте, где они должны были ожидать своей очередной эвтаназию, и они понятия не имели, почему. Можете себе представить, насколько они были напуганы. По всему было видно, что они нелюбимые и нежелательные, испытывали жестокое отношение, очень боялись человеческих рук и сразу прижимались друг к другу. По всему было видно, что их били. Она продолжает, им нужно было узнать, что такое любовь. Я хотела быть тем человеком, кто покажет им, что это такое, и срочно спасти их от усыпления. Недолго думая, женщина и ее муж запрыгнули в машину и помчались в приют, так как если бы никто не взял бы этих собак вовремя, их бы усыпили. Они знали, что должны были воспитывать этих двух собак, не разлучая их взять их на временную передержку, пока не найдутся те хозяева, которые подарят любовь сразу двум собакам. Семейная пара забрала их из этого ужасного приюта, оформив все документы, и загрузила собак в свою в машину. Женщина впервые рассказывает о Луи о том, насколько он робок. Он прятался под сестрой Бриджит, и тряся от страха. Бриджит самоотверженно защищала Луи. Она знала, что это ее обязанность, и она хорошо выполняла ее. Когда они прибыли в свой новый приемный дом, Бриджит нашла свое любимое место на диване. Она счастливо свернулась калачиком и проспала так весь день. Какая большая разница дивана с холодным бетонным полом, кроме которого ранее эти двое ничего не видели. Бриджит смогла наконец ослабить свою охрану и опеку над Луи, поскольку знала, что с Луи все будет в порядке в этом доме. Так как здесь его никто не будет обижать, собаки не привыкли чувствовать себя в безопасности. Было очевидно, что они также не привыкли находиться. Дома их скорее всего держали на улице. Их новые приемные родители, взявшие собачек на временную передержку, должны были научить их делать все. От обучения ходить в туалет только на улице, так и перестать бояться людей, которые относятся к ним с любовью. Несмотря на то, что у каждой собаки была своя клетка, со спальным местом Луи хотел спать только с Бриджит, и полз к ней внутрь, и так и лежал, прижимаясь как можно ближе к Бриджит. Их приемные родители понимали, что он просто хотел чувствовать себя в безопасности, и они позволяли им находиться в клетке вдвоем, как говорит их приемная мама, но только когда мы познакомили наших собак с Бриджит и Луи, которых... У нас четыре штуки, мы действительно увидели в них изменения. Две собаки, которые перенесли так много травм, могли наконец сосредоточиться на том, чтобы просто повеселиться с нашей собачьей бандой. Они стали общительные и счастливо игрались с СО всеми нашими собаками, не проявляя к ним никакой агрессии. Они стали ощущать себя счастливыми и любимыми. Бриджит и Луи начали приспосабливаться к своему новому окружению, но единственное, что никогда не менялось, это их связь. Куда один шел, другой неизменно следовал за ним, это никогда не изменялось. И теперь стало совершенно очевидно, что нужно было искать постоянную семью, готовую усыновить их вместе. И тут появилась желающая это сделать добрая женщина, по имени Моника. Она следила за Бриджит и Луи онлайн с момента их самой первой фотографии в приюте. Их приемная мама говорит, они проникли в ее сердце. Еще до того, как она встретила их наиву в нашем доме. Это был очевидный выбор Моника должна была стать их новой мамой. Как ни печально было прощаться, но их приемная мама знала, что у них будет лучшая жизнь с ней. Они были загружены в машину и направились в свой новый дом. Конечно, это было горько сладким. Их приемная мама была в восторге, они нашли идеальный дом. Но она также будет скучать по ним. Такой собачьей едой были встречены Бриджит и Луи в своем новом постоянном доме. Здесь написано: Добро пожаловать, Бриджит и Луи. Несчастные питбули испуганно жались друг к другу в приюте, куда их выкинули для ожидания усыпления в виде спасения. И преображения собак Бриджит и Луи живут в своем постоянном доме уже несколько лет, и они отлично приспособились. Луи наконец совсем вышел из своей раковины, и он, теперь не робкий и забитый, а веселая счастливая собаня. Они очень любимы своей постоянной семьей. Это действительно мечта бывшей приемной семьи, где эта парочка была на передержке. Посмотрите их полную историю за Дода, в видео ниже. Это такой важный шаг, быть приемной семьей для передержки. Таких собак, как Бриджит и Луи, без таких воспитателей многим собакам некуда было бы пойти или они вынуждены были бы находиться в приютах, ожидая своей очереди на усыпление. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.